Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Строить, не перестроить». Сегодня я, ведущий программы Андрей Довгопол и наш постоянный эксперт Андрей Курышев продолжаем наше путешествие по Украине. В наших прошлых выпусках мы уже рассказывали вам о том, с какими ошибками сталкиваются украинские застройщики. А сегодня, напротив, постараемся поведать о тех успехах и строительных удачах, которые мы увидели на стройплощадках Киева. Итак, мы побывали в одном из самых красивых мест Украины – поселке Золотые Ворота. Именно это небольшое селение в одночасье превратилось в строительный центр всей республики. Именно здесь развернулось самое массовое коттеджное строительство. Кроме того, в Золотых Воротах возводятся самые оригинальные и красивые здания. Итак, мы прибыли на один из интереснейших объектов этого поселка. Дом располагается на берегу затоки Днепра, он одноэтажный, однако общая площадь превышает 800 квадратных метров. Своеобразная набережная снабжена спуском к воде, а на самом участке находится прекрасный фонтан. О том, чем же еще примечательен этот дом, я решил побеседовать с одним из строителей этого здания. Дом сделан классический, из кирпича, глиняный кирпич, с утеплителем. А все вот украшения, эти колонны? Нижний ярус украшения вот видно над коричневым блоком. Это бетон, остальное все это гипс, специальный наружный гипс. А сколько вот выявилось вообще строительство? Подобного рода дома идут где-то порядка 2 лет. То есть с момента, когда начинается, когда мы входим на площадку в чисто поле, скажем так, с момента задавливания свай, ростверк, цоколь, стены, кровля, отделка – это порядка 2 лет. Вот здесь видели, что здесь, в принципе, дом стоит на берегу озера, да? Да. И каким образом, может быть, вы боролись с какие-то грунтовые воды, вам не мешали или еще как-то вот? Или тут насыпной грунт? Нет, грунт естественный, дом стоит на свае, грунтовых вод как таковых не было, потому что изначально по геологии учитывалось уровни максимальных грунтовых вод, поэтому, собственно, проблем-то и не было никаких. То есть здесь довольно-таки нормальная почва, и строить по-моему, почва ненормальная, иначе бы, наверное, не делали сваи. Но опять-таки на строительство это особо не повлияло. Хорошо, вот мы здесь видим, что здесь пластиковые трубы, да, проложены, да. Но тем не менее, как же их не отрывает? Очень просто, секрета тут никого нету. Если обратить внимание, там вот видны сверху на кровле, вон, 2 проводочка, это подогрев идет. То есть он заходит в пластиковую трубу и где-то на глубину 1 метра в землю, благодаря чему постоянно в момент обмерзания, не происходит намерзания льда. Мы заговорили о крыше, из какого материала сделана кровля? Здесь верхнее покрытие – это шингл фирмы Катапал. Именно... Это мягкая кровля, мягкая черепица. То есть это на битумной основе? На битумной основе, совершенно верно. По деревянной стропильной системе, ОСБ покрытие и затем шингл. Скажите, пожалуйста, а вот в Киеве вообще, в Украине, в Киеве в частности, да, насколько сейчас популярно вообще строительство домов? То есть оно каким-то снижается, темпы строительства? Темпы в последнее время только наращиваются. Последние лет 10. Они наращиваются безумными темпами. И, соответственно, происходит удорожание всей земли. Соответственно, да. Я не знаю, я больше по строительной части. То есть, насколько дорожает земля, не владею, скажем так, этой информацией. Это нисколько не моя отрасль. Ну, в принципе, да. Сейчас дорожает все. Большинство... И строительство, и работы, и материалы сами. То есть, в плане вкладывания денег это довольно-таки перспективно. Конечно. Если мы заговорим о ценах, в конце концов, средняя цена хотя бы кирпича, например, самых популярных, если мы затронем материалы. Самых популярных. Да, От 600 гривен за 1000 кирпича до 3,5. Это то, что отечественное, которое облицовочное, наружное. А привозные, импортные, там цена и $60 может быть за квадратный метр, вернее евро, и 80, и до 400 то евро есть за квадратный метр. Понятно. А какие сейчас больше всего, вы же довольно много таких домов строите, да? Каким проектам, может быть, отдают сейчас предпочтение? То есть, может быть, больше или типовым, или каким-то люди больше строят по индивидуальным? Как правило, подобные дома строятся все по индивидуальным. Потому что брать типовой проект, подгонять,
Ну, не знаю, насколько это разумно, но то, что в моей практике было встречалось, это именно индивидуально. Человек сразу представляет, что он хочет, ему делает, под него, естественно, делается проект, и он себе спокойненько реализовывается, естественно, там какие-то вносятся изменения, коррективы, там, поправки, перепланировки, может даже уже отличаться намного, скажем, от первоначального, но в любом случае за основу идет индивидуальный проект. Но несмотря на всю внешнюю привлекательность этого дома и, разумеется, на его замечательное местоположение, подобными постройками в Москве уже никто не удивляется. На Рублевке есть и фонтаны, и если надо, могут сделать и пруд. Так чем же отличается этот дом от своих российских коллег? Андрей, ну вот мы посмотрели на этот дом, ну и чем же они, в принципе, отличаются от наших российских, которые мы привыкли видеть в Подмосковье? Я впервые нахожусь в Украине, вот под Киевом, и мы находимся на территории такого частного дома, очень высокого, я считаю, класса. Вот, и я, осматривая его, думал все-таки, чем он отличается от аналогичных домов в Москве у нас, допустим, на Рублевском шоссе, в других местах. И поймал себя на мысли, что в наших домах, если это дома высокого класса, не используются ни настоящих материалов. Я имею в виду пластик. Вот в этом доме, например, сделано... крыша из битумной черепицы, типа шинглс там как бы. Вот. Конечно, в общем, это дешевая кровля, она стоит порядка $10 за квадратный метр, и на приличные дома, конечно, ее приличные люди не ставят в Подмосковье. Это признак, в общем, несоответствия. Какого-то дисбаланса. Дисбаланса между материалами и статусностью. Столько пухивает во весь дом. Получается, что как бы крыша – это медь, конечно, титано-цинк. Ну, может быть, очень дорогая черепица, если хороший уклон у нее. Потом пластиковые водостоки. Конечно, для серьезного дома это нонсенс. Водостоки медные. Вот. Окна пластиковые. А надо какие поставить? Ну, деревянные? В приличных домах стоят деревянные окна. Хорошего качества. Да, хорошего качества. Либо это из дуба окна, либо это из ангарской сосны. Отливы и подоконники, вот наружные отливы делаются, как правило, гранитные. Ну, гранитный, потому что мрамор все-таки для наших условий не подходит. И еще вот мы ходим на такой замечательной как бы набережной. Вот здесь постелена обычная плитка. Она, наверное, морозостойкая, но, тем не менее, она достаточно скользкая. И я думаю, что она, в общем, у нас стелят обычно тротуарную плитку все-таки, как правило, итальянского или испанского производства. Или очень качественную отечественную плитку. Она отличается от обычной, той, которую мы стелим в ванной, своей толщиной. То есть толщина плитки – это прежде всего долговечность ее. И тротуарная плитка все-таки, плитка, по которой мы ходим, не должна быть плоской. Она должна иметь рельеф для того, чтобы вода, дождь, затекал в рельефные пазы между плитками и стекал под уклон. То есть чтобы человек как бы ходил по сухому, а не по лужам. Вот в данном случае, если... сделана набережная целая из обычной плитки, во время дождя вся она будет покрыта слоем тонким воды, и это как бы неправильно ходить по ней, не так уютно, как ходить по плитке с рельефом глубоким. Или кирпичик, существует специальный тротуарный кирпичик, клинкер, то есть вот как тем бы... Тем более, что его довольно много, как мы видели в Киеве. Да, клинкера много, да, камень натуральный, там какие-то типа булыжников конструкции. То есть, конечно, в общем, использовать обычную плитку для ванных комнат, будь она даже морозостойкая или двойного коления, на улице неправильно. Ну что ж, Андрей, у нас впереди еще следующий дом, еще более интересный, тоже, кстати говоря, от того же архитектора, который проектировал это строение. Что ж, давайте отправимся дальше и посмотрим, какие дома построены там. Давайте. Не теряя ни минуты, мы отправились на следующий строящийся объект. А нашим проводником стал Артур Уманский, известный в Украине строитель. Нужно отметить, что возведением загородных домов он занимается уже довольно давно и успешно. Вот почему, прежде чем пройти непосредственно внутрь дома, я решил побеседовать с этим замечательным человеком. Как изменилось, может быть, какие-то материалы новые стали применять, или люди как-то... Какие предпочтения появились у людей? Предпочтения, на самом деле, кроме унификации, которая сейчас культивируется, чтобы строить быстрее, чтобы удешевлять строительство, применяется на Украине такой, скажем так, симбиоз. Я имею в виду старые технологии, это монолитные перекрытия, железобетонные, кирпичные кладки,
фундаменты используются на таких вот намывных грунтах, как здесь вот, использовалось это свайные фундаменты. То есть, скажем так, классические наши технологии, которые были разработаны, скажем так, еще при Советском Союзе, они ничем не плохи. Ну и унификация, скажем, не унификация, а добавление новых технологий, это топ-то там термофасады и все остальное. Ну, в данном случае здание построено, то есть ЖБ основание, ЖБ фундаменты, кирпичные стены, но стены сделаны с продухами, туда вставлен немецкий пенопласт фирмы BASF, и работа этого здания уже, ну, скажем так, как термоса. Ну, использование этих металлопластиковых окон, это битумной черепицы типа шингл, система ливневосточного приема вод, это хантеровская английская система используется, ну и этот мрамор, итальянский мрамор использовался вот при отделке колонн, цоколя. Ну, что еще могу сказать? В основном стараются сейчас, если строить, скажем так, это дома для, скажем так, ну, для высокого уровня, высокого класса, я имею в виду по деньгам, по вложениям в это здание, то есть строится вот таким образом. Если там для среднего класса используется там, опять же, термодома, там бетонные сэндвич-панели, которые потом заполняются утеплителем внутри, отделываются фактурными штукатурками. Это уже такое, скажем так, для среднего класса здание. Ну, это здание, которое вот мы видели, строилось там, оно использовалось в основном по классической технологии, которая на сегодняшний момент наиболее дорогостоящая. Ну, если человек может себе это позволить, то, скажем так, эта технология наиболее прочная, наиболее, я имею в виду, теплая, наиболее потом в дальнейшем она лучше используется, долговечнее эти дома. Ну, вот что я хочу сказать. То есть, скажем так, на стыке, я имею в виду, старых технологий и новых технологий. Вот так вот в основном. А вот, ну вот человек платит довольно большие деньги за строительство такого дома. Какие требования он сейчас чаще всего предъявляет? Скажем так, требования к строительству выше норм, которые строителю, скажем так, как отче наш нас на Украине, это называется ДБН, державні будівельні норми, то есть государственные строительные нормы, это если на русском языке. В углах 90 градусов должно быть, это как обязательное условие, все полы должны быть в абсолютный ноль уровень. Если человек платит такие деньги за этот дом, то есть наши государственные, скажем так, перешедшие нам еще от Советского Союза, за строительные нормы, они более ужесточаются. Вот так вот я могу сказать. Итак, вместе с Артуром мы прошли внутрь этого дома. Нужно сразу сказать, что это здание имеет довольно внушительную площадь, около 700 квадратных метров. Причем, как вы видите, здесь достаточная часть стен выполнена, что называется, из стекла и бетона. Сейчас рабочие заняты внутренней отделкой стен. Причем нужно отметить, что делают они это очень качественно и по всем правилам. То есть в своей работе они используют специальные реечки и равняют все слои уровнем. Именно поэтому все стены получаются ровными и аккуратными. Но здесь, так же как и на предыдущем объекте, все так же используют окна пластиковые, а не деревянные. Причем это вполне допустимо в помещениях, где будет располагаться бассейн, но никак не в жилых комнатах. Артур, я так понимаю, вот там приточная вентиляция или вытяжная? Как вы? Это система приточно-вытяжной вентиляции. Угу. То есть мы видим, ну, еще недостающие только решетки, которые будут уже чистовые отделочные. То есть снизу это приток, сверху это у нас вытяжка. Ну, еще вот эти вот квадраты, которые не заполнены гипсокартоном, здесь будут натяжные барисолевые потолки, чтобы чаша бассейна отражалась на потолке. И есть такой эффект, когда оно увеличивается значительно объем этого помещения. Такая. Безусловно. Ну, и говорю, что мы видим пока, говорю, что это так на этапе. То есть крыша как сделана, чем утеплена? Крыша утеплена базальтовой ватой Rockwool. Большой слой? Ну, 200 миллиметров положены для этого района нашего. Пароизоляционные там используются две пленки, которые непосредственно под шинглом. Это кровли и окончание этой пленки в ливнеприемном желобе, который непосредственно идет на свесах кровли. А снизу, который защищает вату? Да, здесь гидро, так называемая гидропропускная пленка, которая выпускает пар наружу, не выпускает его с той стороны. Так называемая, то есть односторонней проницаемости пленка. Это действительно есть так, она такая вот
перфорированная немножко. Куда еще раз она должна пропускать пару, куда не должна телезрительно? Она отсюда должна пару выпускать туда, но влагу обратно в помещение не должна пускать. Ну, такая система работы. Я понял. Да. А минеральная вата не намокнет у нас от пары из бассейна? Минеральная вата намокать не может. Она может набирать, если непосредственно влага. Да, это минеральная вата – это базальтовое волокно. Оно не впитывает в себя влагу. Если дождь пройдет, то поры между базальтовыми волокнами, тогда оно будет наполнять. Ну, это полностью, эта система наработает. Я понял. Я хочу спросить, здесь же влажное помещение, от бассейна как бы пары будут подниматься влаги, как правило, да? Система, я говорю, что здесь система приточно-вытяжной вентиляции централизована, стоит машина, раз, и второе, это здесь осушитель воздуха очень мощный будет находиться в том углу, поэтому попадание влаги за потолок, оно... До потолка влага не дойдет. Совершенно верно, туда она просто не должна попасть. Из этого расчета, из этих соображений делались расчеты. Я понял. А тамбурируется как-нибудь выход из бассейна в дом, чтобы все-таки такая влажная запах, вот когда обычно попадаешь в бассейн, как правило, то начинает пахнуть вот даже в предбанниках, так водой, такой характерный запах бассейна. Мы проходили помещение, где работали ребята, это помещение является тамбуром для этого. Здесь вот в этом углу будет бар находиться, там бильярд, там дальше диваны, там где человек может в полотенце выйти. То есть это комната отдыха перед бассейном. Она просто такого большого вида, чтобы человек мог, она полностью, скажем так, зонально поделена так, чтобы человек мог выйти из бассейна, тут покупаться, а это и туда пойти отдохнуть. То есть она как бы является тамбуром своего рода? Безусловно. Здесь вот будет находиться дверь, которая отделяет уже непосредственно, скажем так, зону. А будет бассейн закрыт какой-нибудь пленкой или вот бывает закрывают специально на время отсутствия пользования? Будет, совершенно верно. Пленка будет предусмотрена на период того, когда человек там уехал в командировку, уехал там отдыхать и не используется бассейн какое-то длительное время, но будет накрываться чаша, дабы убрать испарение основное из бассейна. Я понял. Постоянно она не будет, потому что люди будут пользоваться, дети, двое детей у хозяев, поэтому тут сказали, что не будет времени накрывать и открывать ее в процессе того, как человек здесь будет жить. Это не дача, это дом, в котором для человек постоянного будет проживания. Совершенно верно. Вместе с Андреем Курышевым мы продолжили исследование дома. Посмотрели жилые помещения, санузлы, обратили внимание на лестницы, которые здесь установлены. Кроме того, мое внимание привлекли кирпичи, из которых сделаны межстенные перегородки. Как вы видите, дорогие друзья, на стенах остались такие следы от карандаша. Это значит, что здесь когда-то находились так называемые леечки. Именно по ним и велись штукатурные работы. И это очень хорошо и очень правильно, потому что стена таким образом получается ровная. Вообще нужно отметить, что в этом доме, в принципе, все сделано очень ровно и грамотно. Мы видели, как внизу велись штукатурные работы, и строители довольно-таки грамотно подошли к этому вопросу и очень ответственно, что характеризует вообще украинских строителей. Ну что ж, давайте посмотрим, что творится здесь дальше. Для лестниц здесь установлены как стандартные марши, так и новомодные металлические лестницы. Однако, как вы успели заметить, в этом доме огромное количество пустого пространства. И, конечно, все эти помещения будет необходимо отапливать. Именно поэтому здесь установлена мощнейшая отопительная система. Для того, чтобы посмотреть, как она работает, мы проникли в отопительное сердце дома – котельную. Но о том, как она работает, вы узнаете в наших следующих выпусках. Если в доме используется один большой котел, если он вдруг на несколько часов перестанет работать, то для дома такого большого стеклянного это, в общем, может стать уже катастрофой. Однако о том, какая же судьба все-таки ждет этот дом, вы узнаете в наших следующих выпусках. Следите за программой нашего телеканала, и мы постараемся помочь вам строить так, чтобы никогда не перестраивать. Удачной стройки!